На этой же площадке проводился мониторинг после того, как установили оборудование. Те недостатки, которые были выявлены, они фактически не исправлены. То есть тренажеры как шатались, так шатаются. Как они были установлены неровно, так они и остались установлены неровно. Также хотим обратить внимание, что уже в течение 2 месяцев на этих тренажерах занимались дети, и по какой-то причине те отбойники, которые здесь стоят на этих тренажерах, которые должны предотвращать вот такие вот изломы, вмятины на тренажерах, отбойники не предотвращают. Видимо, некачественный, мы так думаем, что некачественный отбойник стоит, потому что во время движения с металлической конструкции он не спасает ее от соприкосновения вот с этой рамой. Вот, в целом, хотим сказать, что подрядчик ничего не исправил. Сегодня проводился рейд по 4 площадкам, и абсолютно все недостатки, которые были до этого нами выявлены и представлены в средства массовой информации, они не исправлены.